Олімпіада в Парижі завершилась, а Сили оборони України продовжують передавати олімпійський вогонь. Сьогодні 29 серпня. Відразу вас попрошу поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати. З нами Роман Світана, військовий експерт і полковник Збройних сил України в запасі. Пане Романе, це знову ж таки Ростовська область, новий вибух в районі Кам'янському. Я так розумію, після Пролетарська от естафету взяв на себе цей резервуар і знову починають вибухати. І я так розумію, пожежа вже і в цьому напрямку не контрольовано. Питаються далі, дожечь все, що горить. Наші генерали, скоріше всього, в дитинстві зі спичками не наігралися. Зараз у них таке хороше настроєння. Да пусть горить, хай вся Росія згорить в ноль. Тільки ж треба не забувати за нефтеперерабатуючі заводи і за новоросійський термінал. Пусть горять. Якщо вони з цієї точки зрения, з цієї сторони пішли подбираться к углеводородной промышленности России. Пусть так и будет. Уже им виднее в этом смысле, в зависимости, скорее всего, от системы защиты. Дело в том, что сейчас за это время, пока мы им дали по какой-то причине непонятной, дали укрепить нефтеперерабатывающие заводы системой противовоздушной обороны, так не так просто пробиться сейчас к МПЗ российским. Я так думаю, скорее всего, именно эта причина, почему мы бьем по бочкам и по цистернам, а не по нефтеперерабатывающим заводам. Скорее всего, там будет другой подход, может быть, связанный уже с ракетами, с поляницами, с нашими громами. Может быть. Давайте будем, так сказать, подождем, по крайней мере. Но, тем не менее, продолжается постоянная, уже, можно сказать, постоянная работа наших беспилотников каждую ночь. Несколько целей уничтожается, горит, хорошо горит. Как минимум фотоподтверждение, фото-видеопоток есть, и это уже хорошо. Пане Романе, і от цієї ночі також безпілотники атакували Керченський міст. Відповідно, ця незаконна забудова була перекрита, невідомо чи є влучання, але загалом, знову ж таки, безпілотники в Крим летіли. Давно, до речі, не було ударів безпосередньо по Криму. Але тенденція, кажуть, така в Криму, що велика кількість мешканців тимчасово окупованого півострова виїздять, в тому числі і українці, тому що регулярні прильоти роблять півострів непридатним для цивільного життя. Хотя задача стоит сделать полуостров непригодным для размещения там военной техники и вооруженных сил России. Именно такая задача и стоит, а уже сопутствующая, понятно, мирному местному населению, гражданскому населению, там, конечно, тяжело, особенно это касаемо наших украинцев. То, что там россияне понаехали, они как приехали, так они и выйдут. Построили там, нам все это оставят, а сами поедут обратно себе за Урал, боевых комаров кормить. А вот то, что действительно вы правильно заметили, слишком давно не было ударов по военным объектам в Крыму. Это тоже возникает какая-то проблема в этом есть. Пока возникает вопрос. Скорее всего, связано с недостаточным количеством обещанного миллиона беспилотников. Миллион обещали, беспилотников только нет. То есть мы миллион, полтора, два уже слышим. Сейчас уже дойдем до миллиардов. Как по деревьям в свое время это было, а беспилотников нет. Потому и, скорее всего, и не только беспилотников, скорее всего, нет и тех средств поражения, которые нам передают. Но Storm Shadow, Скалпы, Атакамсы, они также не идут по Крыму. Вот это тоже вопрос большой. Сегодня действительно там несколько беспилотников пыталось прорваться к Севастополю и в том числе в сторону Керчи. Но российское ПВО отработало, я думаю, в течение суток мы поймем, что произошло, то есть дошли, не дошли, выполнили боевую задачу или нет. Главное управление разведки, думаю, к следующему утру, к следующему нашему отчету это уже доложит. Но опять же, как не работаем по НПЗ, как не работаем по Керченскому мосту, по Новороссийскому терминалу, так не работаем и по военным объектам в Крыму дальними средствами поражения, не касаемо беспилотников. То есть ракеты туда тоже не идут по какой-то непонятной причине. Пане Романе, також є потужний вибух на Рязанській електростанції. Рязанська ГРЕС горить, вибухає, давайте подивимося. Короче, що происходит? Був хлопок. І от зараз горить что-то. Да, горить что-то. Короче, на ГРЕСі. Яке це є якісне влучання, якщо це влучання, і наскільки взагалі важлива ця ГРЕС для Росії в Рязанській області?
Ну, это, если это ГРЭС, это не гидростанция, то есть ГРЭС – это гидроэлектростанция, ГРЭС – это государственная районная электростанция, скорее всего, тепловая, одна из, в принципе, немаленьких тепловых электростанций. И я думаю, это работа либо наших спецслужб, может работать тех же беспилотников, либо местного сопротивления, которое прекрасно понимает, куда нажать и где в данный момент, куда идут сейчас удары, куда нажать для того, чтобы нанести максимальный вред российской экономике, военной экономике российской, так как электроэнергия, она как раз питает военную промышленность. Потому вот это правильное действие. Именно такого рода действия должны быть масштабированы. Уничтожение генерации, то есть энергостанции, уничтожение перерабатывающих нефти, перерабатывающих газы, перерабатывающих заводов, именно сама переработка как таковая, ну и дальнейшее уничтожение военных объектов, аэродромов, складов, штабов, ну и так далі. Пане Романе, також є дольоти в далекій області Російської Федерації. Вчора долетіли дрони до Кіровської області, це 1400 кілометрів, 5 безпілотників летіло. Самі ж росіяни кажуть, 2 збили, 3 влучили, але начебто вдалося локалізувати на місцевому комбінаті загоряння. Ну і також, знову ж таки, склад боєприпасів вже у звичній Воронізькій області було підірвано. Я так розумію, що безпілотники безперешкодно залітають в будь-яку область Російської Федерації, тому що ну, вибухи практично всюди, куди летять БПЛА. Мы уже говорили об этом, то есть поставлена определенная задача, идет плановое уничтожение российских военных объектов. Ну вот опять еще раз повторюсь, больше 1000 километров прошли беспилотники, на их пути было как минимум 5-7 нефтеперерабатывающих заводов, они их обошли и добрались до каких-то бочек за 1000 километров от нашей границы. Ну, если честно, с точки зрения логики, ну, она немножко здесь не просматривается. Может быть, там что-то есть великое, связанное с какими-то геополитическими моментами. Может, именно этот, так сказать, нефти или продукта, склад ГСМ, может быть, чей-то, и его надо было уничтожить, именно его. Это другой вопрос. Нам за это, допустим, подарили какой-нибудь Ламборджини. А реально, да, эти 1500 километров пролетев, да было несколько НПЗ. Так лучше эти 5 беспилотников вы по НПЗ отработали. Я почему и говорю, что слишком это явно уже видно. Ну, то есть, вот такой какой-то священная корова. Нефтеперерабатывающие заводы для наших спецслужб, для наших вооруженных сил какая-то священная корова. А как же санкции Малюка Буданова? Куда они делись? Малюк с Будановым на месте, санкции куда-то пропали. Потому надо обратить внимание наших генералов на как раз на вот эту проблему. Она уже заметна простому народу. Просто заметно, она прям в глаза бросается. Особенно после того, как докладывают о том, что подорвали 649-ю бочку на дальности 1500 километров, сразу у людей возникает вопрос, так а 30 НПЗ, почему ни по одному не зашел ни один беспилотник? Ну, это мы уже каждый день говорим, уже, если честно, надоело, уже язык можно сломать. Пане Романе, по Курській області, що відомо, є розпорядження, аби обмежити в'їзд в Курчатов. Нагадаю, Курчатов – це населений пункт, де знаходиться атомна електростанція. Лише ті, хто там працює на самій атомній електростанції, за спеціальними перепустками можуть потрапляти в населений пункт. Загалом, ми вже з вами говорили, що і це продовжується, бетонні споруди, бетонні блоки ставлять росіяни біля на лінії Курчатов-Львів-Рильське. І загалом є влучання в понтонну переправу, верніше конструкцію, яку росіяни намагалися довести до річки Сейм, її знову ж таки розбито. От бачимо кадри ці. Я так розумію, що ніяк не вдається росіянам намагатися локалізувати цю проблему. Відповідно, про якісь наступальні дії, відбиття своєї території мова зараз не йде, а лише вони намагаються стримувати просування Сил оборони України. Вони прогнозують о том, що вихід на трасу Рильськ, Львів, Курчатов може бути не тільки зі сторони Суджі, тобто не з юга, а ще й з запада. Северо-запада, со стороны Глухова. То есть они прекрасно понимают, что такой же выход, как мы со стороны
Сум зашли на Суджу. Мы также можем зайти со стороны Глухова. Это как раз трасса на Курск. Глухов, Рыльск. Глухов – это наша территория, наш город. Глухов, Рыльск, дальше Льгов и Курчатов, дальше Курск. То есть они почему и начали отрываться по этой трассе, понимая, что вот такой заход возможен. Скорее всего, разведка у них уже что-то донесла, потому не исключая такой возможности, что выход может быть и со стороны Глухова на Рыльск. Но мы на данный момент уже подходим к Сейму, уже подошли, по крайней мере, к Сейму. Россиянам сейчас очень важно как раз отстраивать понтонные переправы. Причем они уже понимают, что мы разнесем мосты. Рядом с мостами уже, то есть на них практически поставил крест, уже рядом начинают отстраивать понтонные переправы. Ну, если прилетает Хаймерс по мосту, так он также прилетит и по понтонной переправе. Я думаю, проблем, по крайней мере, больших не будет. Но вот большое количество понтонов сейчас подходит к реке Сейм. Они готовятся не к наступлению, они готовятся к отходу. То есть сам механизм разворачивания, задачи, которые там стоят, они стоят для того, чтобы отвести войска, когда мы будем их брать в кольцо или выдавливать, по крайней мере. То есть это именно для этого разворачивают эти понтоны. Причем они вот большинство разворачивают как раз в этом треугольнике между Суджей, Теткина и направлением на Рыльск, а реально уже и от Рыльска дальше по Сейму до Курчатова. Там также идет подход понтонов. То есть они прекрасно понимают, что наши войска могут подойти к левому берегу Сейма. Причем те мероприятия, которые проводятся в Накурской атомной, говорят, военные мероприятия, имеется в виду, перекрытие, пропуска и так далее и тому подобное, говорит о том, что они еще и опасаются захода на Курскую атомную наших диверсионно-разведывательных групп, а именно наших ДРГ. Почему? Потому что как раз именно на атомные станции для их освобождения, для их контроля отобранные войска, ну не войска, а подразделения специальные, они есть и в мирное время у нас они были, то есть это те подразделения, которые могут выполнять боевые задачи по деблокировке атомных станций, там у них специальная подготовка именно к работе рядом с реакторами, они знают, как себя вести правильно, грамотно. И вот россияне боятся захода этих спецгрупп наших на атомную станцию Курск. Если хотя бы одна такая группа зайдет на Курскую атомную станцию, они ее уже не освободят. Ну, в смысле, не вернут контроль. То есть одна группа может занять круговую оборону на атомной станции и выбить ее оттуда практически невозможно. И россияне прекрасно понимают, что такой механизм может быть, и сейчас пытаются фильтровать движение туда и обратно. Я пригадую, пане Романе, ми з вами демонстрували, що навіть на огорожі перед реакторами вже були опізнавальні знаки операції Сил оборони, тобто це трикутник. Тобто можна припускати цілком, що ДРГ можуть зайти і є для цього можливість? Так і є. Все-таки там нет, до сих пор нет лінії фронту, як таковой, дырявая во всі сторони, от вони пытаются хоча б по каким-то дорогам, ну, видимость фильтрационных мероприятий создать, хотя, ну, ДРГ не поедет же по дорогам. Они пройдут, если эта задача будет стоять, они пройдут на атомную станцию, выполнят боевую задачу, возьмут ее под контроль, а дальше подтянутся наши войска. Ну, это целый, это комплексное мероприятие, это просто как вариант, я его говорю. И против этого варианта вот россияне начали уже пытаться, по крайней мере, какие-то мероприятия организовать. Пане Романе, ну і, власне, ми з вами вчора говорили про те, що начебто Білий Дім досі не дає добро на використання АТКМС на весь радіус дії, це 300 кілометрів, але, відповідно, Британія каже, що вони за їхнє використання, тобто в Лондоні не проти того, щоб Збройні Сили України використовували, але вслух про це не кажуть, тому що чекають на рішення Білого Дому. І якраз зараз Єрмак Умєров мають в п'ятницю зустрітися з Ллойдом Остіном, в тому числі говорити про можливі удари. Сюди ж хочу додати, що аналітики Інституту вивчення війни провели аналіз. Відповідно, вони кажуть, що, можливо, і позабирали авіацію, ми вчора з вами говорили, росіяни, авіацію з тих аеродромів, куди АТКМС можуть діставати. Але є ще сотні об'єктів важливих, куди, власне, прильоти будуть дуже відчутними по військово-промисловому комплексі Російської Федерації.
Да, самолет, в принципе, может подняться, уйти на дальность за 1000 километров, боевой радиус от этого сильно не пострадает. А вот уже атомную станцию или, допустим, генерацию, военные объекты по производству, металлургические комбинаты, их, конечно, сильно не перенесешь на горбу. Естественно, они останутся в зоне поражения ракет. И как только мы получим эту возможность, они однозначно будут, ну, по крайней мере, будут попытки их уничтожить. В зависимости от задач, от разрешения этих поработать по этим объектам. Была информация о том, что уже подготовлен определенный список военных объектов. Там, понятно, не будет атомных станций как таковых, хотя не исключаю возможность уничтожения генерации, а систем переброски электроэнергии, линий электропередач, повышающих трансформаторов, ну и так далее и тому подобное, для того, чтобы атомные станции, она же там не одна Курская, там несколько атомных станций, вплоть до Ростовской, которые можно уничтожить сами системы переброски электроэнергии разного уровня. Потому здесь очень много механизмов, как затушить где-то на глубину в 500 километров. 300 это можно повырубать, а реально оно ж ляжет по сетям, ляжет до Волги энергопотребление. Потому можно запрашивать разрешение, конечно, хотя, я думаю, это такая неблагодарная задача. Пока, по крайней мере, пока Байден у руля. Сейчас кислица. Вот это больше толку будет, наверное, наш представитель, спецпредставитель при Организации Объединенных Наций, господин Кислица. Вот он очень много сделал уже для Украины. Он очень много хороших вещей пропихнул, практически протянул на своем авторитете, на своем профессионализме дипломатическом через Организацию Объединенных Наций. Вспомните только в прошлом году, 23 февраля, резолюцию Организации Объединенных Наций, которую подписала 141 страна о выводе российских войск за пределы Украины. Это вообще титанический труд. И вот и сейчас он также проталкивает эту тему о разрешении работать натовским вооружением по российской территории на максимальну дальність по бойовому радіусу. Друзі, збираємо далі на РЕБ для 79-ї бригади, яка працює на одному з найважчих напрямків на лінії бойового зіткнення. Ви вже зробили так, долучилися, що наші воїни, наші герої мають машину Mitsubishi L200. Я вам фотографії демонстрував в попередніх оглядах. Тепер давайте зробимо так, аби наші герої отримали РЕБ, тому що РЕБ – це основа основ, аби захистити себе від всього, що летить з повітря від ворога. Тому хто скільки зможе, давайте закриємо цей збір, аби хлопці отримали такий необхідний захист. Пане Романе, і от ранкове повідомлення, це губернатор Білгородської області, каже наступне, що евакуйовують з прикордонних сіл населення, в тому числі таких населених пунктів, як Порос, Дроновка, Старий Хутір та Павловка, і також закритий в'їзд в село В'язове. Ну, от ми вчора з вами говорили, що є захід наших сил оборони в цьому районі, не поблизу Липці, так краще розуміли би наші глядачі, ось тут був захід. А бачимо, що на іншому ділянці фронту, біля кордону, також є, як каже губернатор, напряжена обстановка. Тобто, чи слід очікувати, що буде розвиватися ситуація і в Білгородській області? Вона вже розвивається, тут не треба нічого чекати, вона вже пішла. От це якраз ці заходи, пусть на 1.5-2 кілометри, рейдові атаки по контролю российской территории, они приводят к тому, что россиянам придется перебрасывать войска, то есть гонять их с одного направления на другое, а это как раз стиль военного управления генерала Сырского. Он работает так вот уже 11-й год, он просто раздергивает противника, причем понимая, что он идет по внешнему радиусу. Противнику приходится идти по внешнему радиусу. То есть, естественно, у него в два раза больше логистика как таковая. Так сложилась у нас линия фронта. Вот сейчас правильно и грамотно она разворачивается еще и на север. А это давно надо было делать. Миллиарды раз уже об этом говорили. Крайне пуганы. Когда развернем северный фронт россиянам между, допустим, херсонским направлением и курским или белгородским, надо будет сутками двигаться в одну сторону, а потом в другую. А мы внутри этих радиусов по радиальным дорогам, по дорогам вдоль линии фронта
можем выполнять задачи переброски очень быстро, то есть раза в два быстрее. Это как раз после того, как россияне запыхаются болтаться туда-сюда, как мусор в проруби по этой 1500-километровой линии фронта, после этого будут наноситься серьезные удары и будут реальные заходы. Поэтому сейчас мы можем видеть пока отвлекающие маневры. Те отвлекающие маневры, которые дают возможность выполнить потом основной заход без больших проблем і без потерь для нашої армії. Пане Романе, сьогодні ж, звичайно, згадаємо, сьогодні річниця Іловайської трагедії. По ній висловився, згадав і Буданов, і Сирський. Загалом, що вони сказали, що, якщо окреслити, що перемовини з ворогом – це пастка, перемовини з ворогом – це шлях в нікуди. Ее не должно было быть 10 лет назад. Изначально ее не должно было быть. Если бы не дурные тогда задачи, которые ставили политики, тогда Порошенко, больше барыга от Бога, чем руководитель, который поставил задачу нашим вооруженным силам без достаточного количества приданных сил, средств окружить Донецкую агломерацию. У нас не было достаточного количества людей, войск для того, чтобы выполнить эту задачу. Особенно с юга, то есть еще как-то с севера, с северо-востока наши войска дошли до нижней Крынки практически, то есть замкнули полукольцо. А с юга для того, чтобы было, надо было замкнуть это полукольцо, следующее полукольцо, надо было раза в 3-4 больше сил, причем не добробатов, а именно вооруженных сил, их просто не было. Они или не успевали подойти, но, в общем, там была достаточная проблема. Почему? Потому что задача стояла под 24 августа, под День независимости показать Порошенко на белом коне на Крещатике. А войска просто не успели подготовиться, не успели подойти, потому что проблема в дедлайнах всяких. Некоторых политиков, барых так называемых, которые далеки от военного дела как такового, вот. Южное направление осталось практически голым, и это полукольцо с юга пришлось закрывать добробатом. Причем самое интересное, они готовились-то как раз к заходу в Донецк. Тогда 5 августа 2014 года участвовал в том числе в разработке этого плана в заходу в Донецк. Запрашивали у Хомчака, тогда у генерала Хомчака, запрашивали коробочки, нам надо было всего лишь несколько коробочек добробатам, Днепру-1, батальону Азову, и там еще было несколько батальонов, которые до 5 батальонов было. У нас были 3 готовых захода в Донецк, там стояли на блокпостах наши партизаны. Нас бы пропустили внутрь города, нам надо было просто, надо было просто коробочки некому. Не дал Хомчак, не дали вооруженные силы. Почему? Потому что стояла реальная задача, стояла дойти и замкнуть южную клешню, дойти до Харциска и соединиться с нашими частями на Нижней Крынке. Проход должен был быть мимо Иловайска, он и планировался рядом с Иловайском. Но так как Моспинские и Иловайские тогда серьезные были укрепрайоны у россиян, то был удар сначала с Моспина, а потом после захода в Иловайск, еще и в Иловайске в том числе. Там уже были россияне. Причем там уже были РСЗО, артиллерия, авиация подтянулась. То там довольно-таки серьезный такой был укрепрайон, в который уж точно не должны были заходить добробаты, которые на данный момент они тогда... Мы заводили тогда наших партизан, заводили в МВД, Министерство внутренних дел. Именно там добровольческие батальоны на этой базе и разворачивались. Не было достаточное количество именно вооружений. Потому ни одна, допустим, полицейская функция не может как-то быть на одном уровне с военной функцией. У россиян уже были серьезные военные подразделения там. А там еще потом подтянулись российские войска, они как раз этот котел. И они этот котел закрыли. То есть нас не послушали, нас тогда идею захода в Донецк, на ней полностью поставили крест, потому что стояла задача не заходить в город, не освобождать город, а попытаться его окружить и как-то поторговаться. Ну, я же говорю, барыги. А когда руководят барыги военными, заканчивается для военных все очень плохо, а потом уже и для страны в том числе. Торговаться не хотели.
доторговались, в конце концов, что треть, вернее, 30% территории сейчас придется опять расторговывать. Опять некоторым барыгам от политики. Гнать их надо в три шеи. И тогда, когда военные начнут руководить ситуацией, по крайней мере, в военной и в военной сфере, тогда не будет таких бед, как были в свое время 10 лет назад, вот, связанных с Иловайском. Потому сейчас хорошо, что мы видим, ну, наши ведущие генералы, по крайней мере, четко обозначают, четко артикулируют именно этот посыл. И Сырский, и Буданов, да и все остальные генералы и военные прекрасно понимают, с врагом контакт может быть только огневой. Больше никакого. Любой другой контакт с врагом, кроме огневого, это 111-я статья, это измена Родине. То есть это госизмена, за которую уже по части 3 должны сидеть все контактеры, которые сейчас на контакте с россиянами, уже должны сидеть пожизненно, потому что часть 3 с большими проблемами, с большими потерями, именно она включается, пожизненная с полной конфискацией. Это еще ждет, это военное преступление, я думаю, оно без срока давности. Всех этих контактеров, всех этих канцелярских крыс ждут еще тюремные сроки, пожизненные с полной конфискацией. Почитайте 111 статью, часть 3. Пане Романе, і якщо ми вже згадали про Донецьк, про Іловайськ, про річницю, давайте далі говорити про схід, тому що ситуація там дуже і дуже складна. Мені здається, що вона більш критична, ніж в попередні періоди. Я просто продемонструю просування ворога. Ось я за останню добу є просування, знову ж таки, по трасі на Карлівку. Карлівка, траса на Карлівку контролюється, Мариш зайшли, Михайлівка зайшли. Ну і, здавалось би, дуже потужний укріплений район, рельєф Вугледар. Бачимо штрихом замальовані два напрямки. Тобто росіяни кинулися оточувати Вугледар. Наскільки це серйозно, наскільки це небезпечно? Ну, это так называемые малые клещи. Россияне всегда при планировании операции, у них клещи малые, клещи большие. Малые клещи пытаются зажать тот укрепрайон, который будут пытаться зачистить, а большие клещи пытаются выйти, перерезать движение в этот район логистических потоков. Вот почему они двигаются сначала в сторону Покровска, для того, чтобы перерезать. Та же картина в Карловке, вот почему они сначала перерезали трассу с Покровска на Карловку. Карловский гарнизон сейчас уже в полуокружении, на данный момент находится. Это очень тяжелая, даже не в Угледаре тяжелая ситуация, а именно в Карловке, вот именно там. И движение дальнейшее россиян еще неделю-полторы, они возьмут Карловский гарнизон в полное окружение, нам придется оттуда людей выводить. Но как только выведем людей из Карловки, тут же посыпется Кураховский гарнизон, южнее Карловки, Кураховский гарнизон. А за Кураховским гарнизоном россияне по большой дуге, они могут закрыть в том числе в большие клещи и Угледар. А сейчас пытаются в малые клещи взять Угледар. Но они пока не опасные на данный момент Угледарскому гарнизону, малые вот эти передвижения россиян в районе Угледара. Они еще не подошли даже к рубежам, по таким критическим рубежам в районе Угледара. Но намного опаснее ситуация сейчас в районе Покровска, и опять же, не в сторону Покровска. То есть они могут двигаться в сторону Покровска, но основная на данном этапе, основная задача у них двинуться на юг, то есть срезать три наших гарнизона. Карловский, Кураховский и Угледарский. Они находятся, прикрываются высотами. С востока их взять было невозможно. Они там долбились сколько? 2 года, больше 2 лет. Невозможно это сделать. Там хороший укрепрайон, практически нереально. Они выполнили задачу, прорвали линию обороны севернее в районе Очеретина. Почему я говорил, что нельзя было сдавать не только Очеретина, а и Авдеевку. Авдеевка прикрывала Очеретина. А после того, как они взяли Очеретина, там уже прикрывать нечем. Они уже сверху пошли вниз, практически гнать наши войска сверху вниз. Это намного удобно, там сама география позволяет это сделать. То есть они прорвали вторую линию обороны. Из-за, скорее всего, на данный момент невозможности реального управления. Был же снят генерал Залужный вместе с генералами. Поставлена новая команда, и в момент вот этой вот передачи и восстановление управления, россияне прорвали вторую линию обороны. А сейчас уже остановить их можно только в районе Покровска. Это третья линия обороны. Третья линия обороны – это Доброполье, Покровский, туда дальше на юг, в сторону
Великой Новоселки и на Старомлыновку. То есть вот примерно вот эта линия, третья. Но она уже, это уже практически линия границы Донецкой области. То есть россиянам отдают Донбасс. Бестолковые действия нашего политического руководства более полгода назад по смене команды управления. А сейчас пока еще невозможность перехвата управления новой военной командой. Вот такие действия практически сдают Донбасс. Опять же, вопрос какой? Это по недомыслию, скудоумию или злому умыслу? Ну, опять, это или по приколу, это тоже может быть вариант. Он иногда в Украине бывает, проскакивает. Потому у нас сейчас идет такая планомерная сдача Донбасса. И никто пока не собирается ее останавливать. Там механизмы есть, мы уже несколько раз с вами говорили. Фланговые удары дадут возможность перерезать это оперативное вклинение. Но для этого надо 3-4 бригады уже на данный момент. Неделю назад можно было обойтись 2 бригадами. Месяц назад можно было обойтись 2 усиленными штурмовыми батальонами. И вот как каждую неделю увеличивается количество средств, необходимых для оккупирования этого процесса. А никто не чешется. Вот в том-то и весь смысл. Я почему и говорю, что сейчас уже возникает вопрос. Это по недомыслию, скудоумию или по злому умыслу идет сдача юго-запада Донбасса. Пане Романе, ну, власне, про Покровськ хочу також згадати на завершення нашого огляду воєнного зведення. Суть в тому, що от нагадаємо, бо це важливо, до самого Покровська від лінії, яку тримає ворог і просувається орієнтовно 10 кілометрів. Ну, краще отак от продемонструвати Покровськ ближче. В 10 кілометрах, про це вже давно говорять, наразі там далі є 40 тисяч населення цивільного, 2 тисячі дітей. Відповідно, лише з понеділка місцева влада каже, перестануть працювати банки. Я не дуже розумію, коли 10 кілометрів від фронту, чому місто намагається жити цивільним життям? А дело в том, что там еще и выехать просто так невозможно. ТЦКшники под руководством Умерова конкретно организовали кучу блокпостов. И при выезде, когда, допустим, мужчины вывозят своих детей, свои семьи, своих стариков, на выезде раздают вплоть до чуть ли не ареста, но как минимум раздают повестки и чуть ли не возвращают обратно. Повестки-то раздаются в военкоматы именно эти, покровские. И по большому счету, получается, создается на данный момент такая колония или там карцер из этого города. И люди просто боятся выезжать. Почему? Потому что себе же дороже остаться без руководителя в семье, допустим. А люди, которые теряют кровь, при выезде, куда им выезжать? Куда любому пересеченному громадянину, допустим, украинскому с Покровска выезжать? Вот у него на руках 2 детей, жена и 4 стариков. Свои старики и жены старики. Он, допустим, ему там 30, 40, там 50 лет, неважно. Его принимает ТЦК на дороге. И куда всю эту семью девать? Там прям на дороге и бросать, а практически ее убить. Выехать же ж некуда. Сейчас опять те, кто сдает квартиры, опять понимая эту беду, чувствуя большие деньги, подняли цены на квартиры. Никуда не переедешь. У людей денег нет на эти процессы. Государство никак не помогает. А то, что даже давало, у стариков по 2000 позабирали. У некоторых. То есть подход специально государство создает здесь как такой карцер, я не знаю, как угодно это назвать, это уже в концлагере концлагерь, из которого выехать невозможно. А мы сейчас разговариваем, а чего там 40 тысяч человек осталось. Так вот потому государство их там и оставило. Вопрос, зачем? С какой целью? Денег срубить на выезде однозначно, потому что аж отпускают за долю малую. И полиция там занимается, ТЦКшники занимаются. Идет очередное, так сказать, обелечивание людей, естественно, с большой мздой. А естественно, чтобы вот стояли все эти ТЦКшники, их оттуда не поубирали, они делятся с верхом.
Хто управляє ТЦК? Міністерство оборони, непосередньо Умєров. Йому ж треба за щось їздити в Сполучені Штати і сім'ю кормити, де вона там у нього знаходиться. Тому от із-за цього там і залишилось 40 тисяч чоловік. І так не тільки в Покровську, так везде на Донбасі. Тобто Донбас, з однієї сторони, уничтожають росіяни, жителі Донбасу, а з іншої сторони їх уничтожає не українська власть в Україні, а це не українська власть. Потому что украинская власть никогда в жизни так к своим людям бы не относилась. А не украинская власть, у них задача сдать территории, собрать денег с людей, которые на этих территориях в беду попали, а потом куда-то убежать по вторым паспортам. Они же почему хотят пропихнуть закон о двойном гражданстве? У них у каждого лежит израильский паспорт или там турецкий, или американский паспорт, у кого какой, для того, чтобы можно было туда убежать, легализовать этот паспорт. Иначе потом, если окажется, что у какого-нибудь большой шишки из нашей неукраинской власти был не украинский паспорт, а, допустим, израильский, и тогда возникнет вопрос, а за эти 5 или там 6 лет какую политику он проводил в Украине, проукраинскую или произраильскую? А вот для этого они пытаются еще и закон просунуть о двойном гражданстве. Потому пока это не украинская власть будет руководить Украиной, у нас будет вот такая проблема. Ее можно сменить. Исполнительную власть на данный момент, потому что политическое очень сложно, это политические выборы и так далее и тому подобное. Исполнительную власть, вот грубо, Умеровых, Ермаков, всех этих послиц и все остальное, это же исполнительная власть, она меняется на раз, два, три. Потому этот вопрос надо уже инициировать народу Украины. Инициировать, заставлять политическую власть сменить исполнительную власть, которая заворовалась, а еще и по карманам рассовала уже чужие паспорта. То есть она работает не на Украину. Мы же так же самое сейчас слышим о том, что, оказывается, у некоторых наших правоохранителей, судей и так далее, и тому подобное, еще и российские паспорта, оказывается, есть. Это все в информационном поле. Потому давно уже назрел вопрос, пересидели. Эти товарищи уже пересидели. И их надо потихоньку просить, пока просить, покинуть свои места и заменить более профессиональными, профпригодними, а лучше з воєнним образованням людьми. Пане Романе, я вам дуже дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 29 серпня, четвер, обов'язково підписуйтесь, коментуйте і ставте лайки.